Свой путь на большую сцену певица Сона начала в 91 году с финала конкурса «Утренняя звезда». Тогда же появился и ее первый сольный альбом, который был записан в Испании. На песни из этого альбома сняты два видеоклипа. Позднее были съемки в известных музыкальных программах, выступления, сольные концерты и номинации на престижную премию «Овация». Знаковым в творческой судьбе певицы стал 97-й год. Именно тогда Сона помогла возродить знаменитый государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна и на долгое время стала его солисткой. Хотелось бы так полюбить, усыпать ромашками будни, без всяких сомнений, как быть, без всякой тревоги, что будет. Глаза окунуть в глаза, пропасть в их темных глубинах. Я хочу тебя любить, ты со мной, но ты чужой. Что же тянусь к тебе всей душой? Пусть порой твоя рука так нежна и так близка. Так не сбиться нам с пути, мимо судьбы своей не пройти. Не так давно певица вновь вернулась на российскую сцену. Сона с удовольствием выступает не только сольно, но и в дуэте со звездами отечественной и зарубежной эстрады. Особенно запомнилось зрителям ее выступление со знаменитыми Gypsy Kings. А совсем недавно Сона закончила работу над новым сольным альбомом, в который вошли 13 песен.
поцелуев лепестки. Сорвавшись с губ твоих летят. И разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кистребины, кистребины, все желания исполнимы между людьми. Да будет год любви. Звезды в небе знают о моей
Погасла ночь, и только ветер нам оставил на рассвете горькие следы, горькие следы. Исполнимы между людьми, да будет год любви.